Еще раз привет, друзья. Хочу поделиться с вами системой, которую я поставил 3 из 10. Это 1 числа 2 месяца 2021 года. В общем, посмотрите, КХЛ, что я взял. Борис Автомобилист. Победа Бориса с тоталом больше 3,5. В общем, за 2,9. Трактор Акбарс. Акбарс победит с тоталом меньше 6,5 за 2,60. Динамо Москва СКА. Динамо Москва не проиграет и тотал меньше 5,5 за 2,30. Реал Бетис я уже давал прогноз. Посмотрите видео победы первой команды за 1,90. В Португалии Санта-Клара и Белененсиш. Взял P1 за коэффициент 2.34. В Англии Уотфорд и КПР. Взял КПР не проиграет с форой нулевой за коэффициент 3.24. В Испании Леганес и Луга. Взял Луга не проиграет за коэффициент 3.62. Так, там же в Испании Сабадель встречается и проиграет с нулевой форой за 2.50. Лагронис с нулевой форой. Так, в Азербайджане Сумгаит и Сабаил. Взял P2 за 2.50. И в Индии Адиша и Джамшедпур. Взял Адиша с форой нулевой за коэффициент 2.17. В общем, поставил 120 рублей, 3 из 10 мне нужно, и буду экспериментировать на систему. Просто поделился с вами. Подпишись по-братски на мой канал, поставь палец вверх. Всем удачи и побед!